Всем привет, котята, меня зовут Лана, и вчера, ну, для вас вчера, для меня сегодня, я написала в Телеграме пост про, собственно, лицо новое в Роблоксе. Не это, но оно и не новое, оно новое для меня. И очень многие сказали, что мы реально не видели это лицо. Сейчас я его, кстати, вам покажу. Вот это лицо. Вот это. Оно совершенно бесплатно. Чё ты хихикаешь? Ты хочешь себе такое лицо? Никогда в жизни. Как это? Мы его сегодня с тобой получим бесплатно. Так вот. Успокойся, все хорошо. Я тебя поглажу мышью. Смотрите. Очень много комментариев было о том, что не я одна такая, кто не знал, как получить это лицо. Я реально не знала, я абсолютно случайно это увидела и думаю, что реально, оно реально бесплатное. Да, оно реально бесплатное, и сейчас мы его получим, и Йоши тоже. У тебя будет это лицо, оно будет у тебя навсегда в инвентаре. И все, кто будут заходить в твой инвентарь, увидят это лицо там. Но... О, нет! Оно же хорошенькое. Оно хорошее, ну, блин, такое странное. Типа, оно крутое, и мне кажется, можно найти прям стиль под это лицо. Да, я уверена в этом, но оно, знаешь, сюда для бесплатного... не идет вообще тебе, абсолютно. Нет, конечно, никак. Но я думаю, что можно с этим что-то придумать. Так вот, ребят, если вы уже знали, как получить это лицо, то вы молодцы. А сейчас я покажу тем, кто это пропустил так же, как и я, кстати. Вот можете еще и в Телеграм подписаться, и в Дискорд, и там вот иногда какие-то полезные штуки бывают. Да, да, вот Лана рассказала, например, про личико это. Чудесное. Итак, для того, чтобы получить это лицо, нужно зайти в игру Tate McRae Concept Experience. Ссылку я на нее оставлю в описании, и надеюсь, что к тому времени, как вы будете смотреть это видео, это все еще работает, но с момента выпуска этой игры прошло примерно полгода. Ого. И все еще работает. Итак, на этом аккаунте я еще не получала это лицо. О, кстати, вот тут вот за что-то еще дали бейдж. Потому что я получала его на кошатке. Но, Йоши, все, что нам нужно, это подойти к любой вот такой стойке с лицами и примерить на себя каждое из них. Я готов. Сейчас. Так, вот, примеряем просто раз. И 4. 2, можно не посмотреть, что это такое. Так, ладно, 3. О, это же буквально я, посмотри. Это же буквально я, вот. Подожди, стой. О, неплохо, но такое лицо мы не получим. И вот 4-е. Прям рядом. Да, Йоши, я получила бейдж. Итак. Ноу фильтр. Сейчас можно будет его поставить у себя в аватаре, но я этого делать не буду. Мы просто показали вам, что это работает. А чего у тебя лицо такое маленькое? А у тебя тоже такое же, просто это ты без вот эта маска у тебя и... Ну, это странно выглядит, да? Но зато вам дают классное лицо. Для того, чтобы доказать вам, что оно реально есть, вот мой инвентарь. Вот, где-то здесь должны быть лица, классические лица. И да, вот оно, смотрите, то есть оно есть. Это выглядит максимально странно, но оно существует. В общем, как-то так, верну свое обычное, то смотрите, это прям разница прям колоссальная. Но Йоши прав, и с этим лицом, вот с этим лицом, реально можно сделать хороший скин, и даже бесплатный. И сейчас мы это попробуем сделать. Итак, мы уже здесь, и я готова делать какой-нибудь интересный скин. У меня даже есть несколько наработок, я хочу, чтобы скин был полностью бесплатный, потому что лицо полностью бесплатное, и, ну, в общем, вы поняли. Да. Кстати, я была удивлена, что это лицо реально настолько просто получить, потому что обычно, когда какие-то игры с, ну, вот какими-то предметами, да, то там нужно выполнить кучу заданий, там что-то собрать, какие-то внутриигровые камушки. А тут вы просто приходите, примерили, и все. И вот это так работает. Слушай, сразу вспоминается тот твой рюкзачок, помнишь? Ой, да, он хорошенький. Он красивый, хороший, но его супер сложно было получить. Да. Очень долго мы сидели. Да, да, целое видео. А тут просто зашли, и лицо, мне кажется, очень крутое. Поэтому сейчас я, наверное, на основе обычного, опять же, женского вот этого вот аватара, возьмем какой-нибудь там обычный цвет кожи, вот это, потому что у меня он слишком, мне кажется, светлый для него. Сразу же сделаем себя чуть постройнее и чуть поменьше голову. Вот, я считаю, что я готова. И теперь начинаем творить. Где мое лицо? Оно должно быть у меня в избранном, но оно у меня есть и в инвентаре теперь, поэтому загрузим свой инвентарь. Оно должно быть последним. Покажите. Вот оно. И, кстати, дали еще какие-то... Это наушники? Кажется, это наушники, но мне не очень нравится, как они выглядят, поэтому мы их использовать не будем. А вот это лицо, пожалуйста. Итак, все ради него.
Ежи, что ты? Это ты не хочешь лицо показывать, да? Не, я просто рандомлю, пока ты там прикольчики делаешь. Ну, если хочешь, тоже можешь попробовать сделать с этим лицом, вдруг тебе получится. Но, в общем, я начинаю. Смотри, мне кажется, что для этого лица просто обязательно нужны вот такие вот ноги. Показывай. Вот такие ноги. Просто обязательно. А, я знаю. Да, кстати, я понял, и о чем-то. Это просто, ну, это прям просится сюда. Мне кажется, это, этот стиль, я не знаю, как его назвать. Это Roblox какой-то, в общем. Я нигде этого не видела, кроме Roblox, потому что нигде, кроме Roblox, этого нельзя сделать. Но в целом выглядит очень неплохо. И для того, чтобы эти ноги выглядели нормально, вам нужна другая анимация. Итак, мне кажется, что вот она здесь где-то была бесплатная, потому что вот так они немножечко такие широкие, а вот с этой анимацией они сразу хоп, да, и прям хорошо, так, знаешь, так прям вот как надо. Так, но мы здесь для того, чтобы сделать бесплатный скин, поэтому нам сразу же нужно включить, чтобы цена была бесплатна. Итак, это будет сложно, но есть парочка лайфхаков. Во-первых, можно было бы использовать вещи, которые я получила раньше. Например, вот эти волосы, у кого есть. Например, вот этот рюкзачок, хотя он сюда не очень подходит, к этому лицу, мне кажется, вообще нет. Но вот такие вот волосы подойдут, в принципе, вы помните. Сейчас их уже, правда, не получить, но в декабре кто получил, тот получил. Еще раньше были, сейчас покажу, вот такие вот ивенты, где была вот такая прическа. Так, вот, вот она. В принципе, тоже подходит к этим глазам или губам, не знаю. И вот это, мне особенно нравится, как оно выглядит. Вот это неплохо, но, да. Да, но хотя тоже что-то такое. Ну, да, на самом деле нет, тут есть хорошие варианты, то есть, что там еще было бесплатно. Я, кстати, уже, к сожалению, не помню, что из этого было бесплатно, но что-то было бесплатно. Но для того, чтобы было все совсем честно, мы будем использовать вещи, которые сейчас можно достать, потому что это лицо сейчас можно достать, и следующие предметы тоже. Я не люблю бесплатную одежду, то есть и вот бесплатные аксессуары мне тоже не очень нравятся, потому что когда вы просто заходите и смотрите на бесплатные прически, ну, вы можете получить вот такое вот что-то, да, с этим ходит половина Роблокса, это не так круто, вот эти вот все, да, вот такие вот очень часто встречаются, это неплохие прически, но они сразу выдают то, что ваш скин бесплатный. А вот с таким лицом можно уже придумать что-то поинтереснее. Тем более вы заморочились, чтобы его получить. Итак, для того, чтобы получить неплохие бесплатные вещи, вам не нужно искать обычную бесплатную одежду или обычные бесплатные волосы. Да, это тоже много кто знает, но если зайти в бесплатных персонажей, то тут уже есть некоторый такой, можно сказать, разброс и вариации. Поэтому мне очень нравится вот у этого персонажа прическа. И мне кажется, что сюда она подходит просто идеально. Посмотрите. Блин, да, слушай. То есть очень вот, к месту. Вот оригинал, да, как выглядит, и как выглядит вот это. Это прям шикарно. И вы, знаете, если особо там не разбирали персонажей, которые тут бесплатно выдаются, то вы прям можете подумать, что это стоит, ну, как минимум 50 робоксов, правильно? Да, да. Так, отлично. Дальше. Нам нужна какая-то подходящая одежда. И одежда вот этого персонажа мне не нравится, потому что, смотри, вот у нее предлагается вот такая вот штука, нет, очень странная, совсем кстати. Не туда, и вот такой жесть. Вот верх. Вообще нет. Ну, кто так ходит? Ну, верх в целом, может, и подходит из-за шапочки. Но да. Низ вообще такое. Но это неинтересно. Вот так, кстати, неплохо выглядит. Но смотри, что здесь есть еще. Здесь есть вот такая вот девочка. Ты ее не видишь, но я могу, конечно, ее полностью примерить, но я не буду этого делать. Я возьму у нее штаны. Посмотри, как они сочетаются с этой шапкой. Оу. Да. А? Обувь отлично сочетается. Да, и обувь в целом сочетается отлично. Круто выглядит. И вообще, оно достаточно проработанное, то есть это выглядит неплохо, это выглядит достаточно стильно. В принципе, тут есть еще неплохие штаны, сейчас где я их видела, возможно, вот у него, вот смотри. Но они гораздо проще, то есть... Да, те лучше, те явно лучше. Да, поэтому возвращаем их.
И дальше есть, ну, в принципе, есть разные вариации, да, это довольно странная штука, но ее можно было бы надеть, если бы здесь... Ну, можно было бы, но... Да. Ну, такое, знаешь, серединка наполовинку, типа, если, ну, на любителя там, ну, зашло, да, почему бы и нет. Но есть один вот еще персонаж, и у него есть вот такая футболка. Она абсолютно бесплатная. Слушай, и это все совершенно нравится. Бесплатное. Мне тоже нравится, как это выглядит. Это реально весь бесплатный скин? Да, это все бесплатно. Это совершенно бесплатно. Я просто надевал что-то. Я в шоке от этих нубских крыльев. Выглядит, кстати, довольно стильно. Вот. Да, прикольно. Но здесь, знаешь, не хватает каких-то аксессуаров. И, в принципе, я бы, наверное, добавила сюда какой-нибудь рюкзак, но это вы уже можете делать на свое усмотрение, потому что среди бесплатных рюкзаков, ну, бесплатных рюкзаков просто вы не найдете. Блин. То есть их нету. Угу. Но вы можете там те, которые вы получали в каких-то ивентах, использовать. Как, например, вот... Где он? Я потерялась. Вот этот рюкзак. Он, конечно, не да, идет да, к этому да, скину. Да-да-да, я хотела сказать. Слушай, ну почему? Ну есть что-то, ну, в этом. Ну нет, ну посмотри, он такой... Ну немножко. Смотри, вот что говорит этот рюкзак? Я милашка с медведем. И ты такая... Здорово. Не знаю, ну, просто. Привет. Но просто он совсем сюда не клеится. Но если у вас есть какие-то другие стильные вещички, а их было много, в принципе, в Роблоксе, которые можно было получать, ага, я думаю, что вы можете их использовать. Вот. Кстати, я даже не примеряла вот эту прическу, но я думаю, вы знаете почему. О, да? Боже. Это совершенно не сочетающиеся да, вещи. Вот. Вообще никак. А это вот прям неплохо, прям неплохо. Как будто для этого и было сделано. Но, знаешь, я вот думаю, что это действительно нужно еще чем-то разбавить. И вот здесь как раз-таки можно пойти в бесплатную одежду и посмотреть что-то из 3D-вещей, которые, в принципе... Что? Не, я просто подумал как раз-таки, типа, может, там есть что-то крутое. Вот смотри, например, вот это вот, в принципе, выглядит неплохо. Ну, да, слушай, либо да. Либо же... Беленькая. Блин, я даже не знаю, лучше синяя, наверное. Лучше синяя? Ну. Ну, вообще, да. Интересно, такие да, акценты. Да, но вот все равно, знаешь, как-то и то немножко можно странно. Куртец. Куртец! Куртец. Но по-моему, даже более уместен. Нет? Бедра выпадают. Из да, него. Да, да. Ну, я думаю. А есть что-то еще? Ну, есть еще вот такая вот штука. Ну, типа стрёмно, но, кстати, больше подходит. Но мне не нравится. Ну, цвет бы тут другой. Вот есть еще оранжевое, но. Слушай, хотя вот с оранжевым. Лучше, но все равно отстой. Как будто, да. Ну, да, есть какие-то такие вот нюансы. Ну, знаете, это опционально. Хотите, используйте что-то вот такое вот наверх, хотите, нет. То есть, в принципе, это не обязательно. Тут можно еще посмотреть вариации вот с таким верхом, вот с таким очень странным, но почему-то неплохо выглядящим. Да, но что-то в этом есть. Ну да, я согласен. Вот, ну, такие остальные не буду вам предлагать. Они выглядят совсем уж, знаете, совсем по банальному. А вот это, в принципе, даже может сойти за скин, который, ну, сделан не бесплатно. Да, реально, слушай. Я думала сделать с этим лицом еще какой-то скин за Robux, все то же, ага, чтобы это выглядело совсем круто, знаешь, стильно и сочеталось. Но это довольно сложно, поэтому если хотите, вот если прям вообще хотите, я просто не знаю, кому это может понадобиться, потому что, ну, лицо бесплатное, тратить Robux для того, чтобы с чем-то его сочетать, это будет довольно странной идеей. Вот. Поэтому, если у вас есть такое желание, вы можете написать об этом в комментариях. Ну, а на сегодня, я думаю, это все. Надеюсь, это было полезно. Надеюсь, что, не знаю, может, мы увидим кого-то в таком скине теперь в Роблоксе. Ну, на самом деле, вроде не ужасно выглядит, и вот это лицо, оно, ну, вот, оно уже перестало даже касаться таким дурацким мне. Я так настолько к нему пригляделась. Кстати, можно немножко поменять голову. Если мы снимем вот это, то оно станет таким более... круглым, как будто приподнимется. Ну, короче, вот вариант такой и вариант такой. Но почему-то мне оно больше нравится на вот этом женском лице, когда он такое вытянутое. Не знаю, как вам. А гарнито? Видишь, да? Вот. Ну, может, вот это, кстати, тоже неплохое. Вот так? Вот это, да. Неплохо. Ну, возможно. Но мне больше нравится вытянутая версия. Глаза как будто больше открываются, больше бровей видно. Брови, видишь? Опа! Да, да. Но вот. Ты а вытянутая они... становишься. Ну да. Скулы ну, да, появляются. Так, овал лица.
в общем. Ну, я надеюсь, что это действительно было полезно и интересно, и можете использовать это лицо и придумывать какие-то свои скины с ним. А я думаю, мы на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока!